Уважаемые коллеги, добрый день. Я прежде всего, разумеется, хочу поздравить вас с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации. 17 губернаторов за большим столом, во главе которого президент России. Прямые выборы глав регионов прошли 10 сентября, и везде победу на них одержали кандидаты, поддержанные Единой Россией и президентом страны. Владимир Волков получил весомую поддержку от жителей своего региона. Самый высокий процент явки в стране и процент проголосовавших за кандидатуру Владимира Волкова. Даже многоопытный и успешный губернатор Белгородской области Евгений Савченко не может похвастаться такими результатами. Владимир Путин отмечает, такая поддержка означает не только доверие граждан. Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность. За 60% подавляющее большинство получило голосов избирателей, есть и больше. Это большой уровень доверия, и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. Президент намеренно обращает внимание глав регионов на то, какие разные люди сейчас работают в губернаторском корпусе, такой сплав опыта и молодости. И рекомендует руководителям регионов при формировании своих управленческих команд учитывать это. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать вот к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и управления. С тем, чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их карьерный рост, их, как сейчас модно говорят, лифты социальные, работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, там, каких-то связей, а это связано прежде всего, их профессиональный рост связан прежде всего с их личными, деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей. В рабочей встрече принимает участие руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый зам Сергей Кириенко, а также заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Самым молодым губернаторам президент дал возможность озвучить самые проблемные точки своих регионов. От имени опытных руководителей территорий выступил белгородец Евгений Савченко. И он выразил мнение своих коллег, которые прошли горнило выборов. Все сделаем для того, чтобы наша страна, Россия, процветала и дальше. Владимир Путин обсудил с участниками встречи планы будущей работы и выразил уверенность, что избранные главы территории используют все свои навыки, опыт и энергию для решения задач по развитию региона. Юлия Пурнова, Павел Толобаев, наши новости из Москвы.